Только с помощью трактора, вот только раз-раз и все. Тут смотрите, что творится. Я пустой здесь не мог проехать. А тут тем более сейчас груженый. Это видео прислал нам в редакцию водитель мусоровоза. Мужчина снял на камеру дороги на полигоне ТБО, или точнее то, что от них осталось после дождей. Проехать здесь практически невозможно. Тут дорога не ахти какая. То есть пешком приходится ехать, чтобы не перевернуться с контейнера. Это полигон ТБО в Урифтах. Он входит в Челябинскую территориальную схему. Сюда свозят крупногабаритные отходы и ТБО от юридических лиц, то есть магазинов и компаний. По словам водителей, обстановка на полигоне в Полетаево, куда свозят обычный мусор, точно такая же. Подтащил, то есть я пустой, уже не могу здесь ехать. Сейчас меня нагрузят, меня трактор обратно сюда вот. Вот так вот, раз. Вытягивает, и более-менее я выезжаю на весовую, более-менее. В компании ЦКС о проблеме знают. По их данным, сохраняется очередь до 5 машин. Сейчас задержка по вывозу мусора около 2 часов. В связи с погодными условиями размыто дорожное покрытие, мусоровозы не могут заехать на весовую. Дороги на полигоне сейчас отсыпаются скальным грунтом и трамбуются. ЦКС держит ситуацию под контролем. Пока проблему решают, челябинцам по традиции придется подождать. Вопрос, сколько понадобится времени на исправление недостатков. Сегодня ночью синоптики снова обещают дожди в области. Дмитрий Бочко, 31 канал.